Ну, храни Господи. Вы часто говорите спасибо. Hello. А чего? Друзья, нельзя ли вот этого без звуковых эффектов? Спасибо. Спасибо. От чего спасаетесь? Мы ни от чего не спасаемся. Мы говорим, спаси Боже того, кто, к кому мы обращаемся. Так что спаси нас всех, Господь. От кого спасаться, я могу легко сказать. От самих себя, друзья мои. Других опасностей у нас нет. Так, понятно. Спасибо. День радости без флейты исполнять бессмысленно. Так что пойте его про себя. Вы дружите с Далай-ламой, да? Дружим семьями. Ходим друг к другу в гости. Кто учитель? Кто ваш учитель? Клянусь, жизнь. И вы все. Есть много замечательных лам, священников, жрецов, кого угодно, книг, у которых я чему-то учился, но учитель у меня единственный – это бытие. На самом деле у нас у всех только один учитель. Как появилась песня «Северный цвет» и «Небо цвета дождя»? Они были написаны, так они и появились. Сначала их не было, потом я их долго писал, потом они появились. О чем вы говорили с Бобом Марли? Ну, знаете, о разном. О жизни. Спасибо, мы тоже. Так. Чтобы спеть Афанасий Никитин «Буги», нужно 10 синтезаторов. То же самое и «Город золотой». Нужен я от 20-летней давности. Ваша самая сильная любовь – жизнь. Потому что без жизни не было бы всех остальных любовей. Простите, что я коротко, я стараюсь просто. В чем сила, брат? Знаете, наверное, настоящая, если быть серьезным, настоящая сила – это понять, что ты абсолютно никакой силы не имеешь, что все, что происходит, происходит помимо твоих личных желаний, происходит потому, что так должно происходить. И когда ты заодно с Господом, с бытием, с небом, называйте как хотите, хоть с Шивой. Когда ты понимаешь, что твоей воли нет, а есть то, что происходит. Дао, другими словами. Вот это и есть сила. В каких залах вы больше всего любите выступать? Ну, желательно в маленьких пабах. Какой-то ясно. Правда говорю? Все скрылись вообще. А? Мы не только в Ирландии были в пабе, но мало таких мест на земле, где мы не были в пабе. Что происходит с нами во сне? Половину жизни мы спим и не знаем об этом ничего. Ваше мнение. Знаете, вот именно здесь, в Гоа, мне что-то последние несколько дней снятся какие-то такие чудовищно дурные сны. Это такая чушь снится. Почему? Вот это я хотел бы знать, а вообще, может быть, даже не нужно знать. Знаете, была старинная притча, если что. Один крестьянин, у которого совсем было плохо, совсем плохо. Пришел к даосу и говорит, ну, дорогой, спасай, потому что иначе мне только вешаться. Ну, тот что-то поколдовал, на палочке поплевал, сказал, вот тебе вот это, делай вот это, и вот это все будет хорошо. И все действительно стало хорошо, дела начали поправляться, но крестьянину начали сниться чудовищно тяжелые, мрачные,
замороченные сны. Он пришел к Давосу и говорит: слушай, я не понимаю, что делать. Потому что днем-то все хорошо, а ночью ужасы какие-то. Давос говорит: ну, раньше тебе снились хорошие сны, но жить было плохо. Теперь тебе жить хорошо, но снятся плохие сны. Ты уж выбирай, чего ты хочешь. Я не могу и то, и то. Баланс должен быть. Это по поводу снов. Заплатили 10 рублей. А ты иврит. Судя по фотографии Махатмы Ганди, не иврит. В общем, есть на что выпить. Ну, спасибо. Мы не для этого, в общем, играли. Но тоже приятно. О, откуда в голосе сомнения? Кто-то из великих поэтов наших, по-моему, когда-то сказал: тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Куда же без сомнений? Иначе жить будет неинтересно. Вы наслаждаетесь, что вы люди пока еще, пока есть возможность быть людьми, сомневаться, ошибаться, мучиться. Это же чудовищное счастье. Вот вы умрете, этого ничего не будет. Ангелами станете или какими-то там богами, полубогами, этого ничего не будет. Наслаждайтесь, пока это есть. Вы не понимаете, какое это счастье. Жить. С сомнением зааплодировали. Спасибо, я полетал бы с удовольствием, к сожалению, есть масса лет скрящих. Так, ну что, полетаем? А у вас какой?